Здравствуйте, о погоде на пятницу. Сегодня обширный циклон начнет перемещаться на запад Уральского региона. Однако он все еще будет оказывать влияние на погоду. Воздушные массы сильно не прогреются и местами пройдут дожди. В Челябинской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер северный 4-9 метров в секунду. В Верхнем Уфалье и Златоусте 17 градусов тепла. На 1 градус больше в Южноуральске, плюс 18. В Троицке 19, в Сатке и Магнитогорске до плюс 20. Самая теплая погода на юге области, в Карталах. Там плюс 22. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, дожди с грозами. Ветер северного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем 18-20 градусов. Атмосферное давление будет в норме. Данные о погоде нам предоставлены центром ФОБОС. Удачных выходных!